У нас будет независимый эксперт. Это наш фотограф Альфа Ромео. Ну вы готовы громко петь? Да уже не громко. Вы готовы громко петь? Хорошо. Ну что, поехали. Все говорит об одном, что не в пути обратно, что ты не мой лапушок, а я не твой ответа, что любви у нашей села. Я тоже так думаю. У нас стул. Как ваша, кстати, назвать ваша команда? Dream Team команда. Dream Team команда. Ваша как? Сигму. Как? Сигму. Сигму? Сигму. Сигму. Это крутые. Нет. Нет. Крутой. Сигма это. Это крутой говорит. А ваша команда как называется? Мармеладки. Мармеладки. Отлично. Так. Ну что, следующая композиция. У нас пока счет 1-0-0. Поехали. Thank you.
поехали, следующая композиция. Ударили? Нет.
Ты просто очень сильно хотела поймать. Ну что? Аплодисменты, дорогие друзья! Так, дорогие молодые, теперь я попрошу вас подойти, конечно, к столику. А вас, уважаемые гости, я попрошу сейчас взять в ручки свои телефоны. У всех телефоны? Да? Так. Кусочек берем, смотрите, хороший. Не жалеем его. Красивенький кусочек отрезаем. А где Елизавета? А, Лиза, иди ко мне. Лиза у нас отвечает за костюм. Так, что же вы сейчас должны сделать? Мы не будем с вами торговать этим кусочком. Мы с вами проведем мини-лотерею. Сейчас каждый из вас берет купюру любого номинала, фотографирует ее последние цифры себе на телефон, сохраняет и купюру вложит к Лизе в коробочку. Конечно же, все это происходит у нас под красивую музычку и под ваши аплодисменты можно побыстрее. Саша, там побыстрее. Кто у нас еще? Кто там остался? Они вдвоем, они вдвоем. Ага. Так. Ложи. Ложи.
Ты сфотографировала? Ага. Все? Боже мой, опять? Положи уже все. А. Хорошо, отлично. Ты, вы тоже, да? Ага. Раз, два, три. Отлично. Все, да? Все. Лиза, иди, иди с тобой, это все. Разболтыхаем. Перемешаете все купюры теперь. Сейчас Елизавета перемешает все купюры, и мы попросим нашу самую... Иди к нам. Иди. Сама она сейчас вытащит. Вот такую бумажечку ты вытащишь, то ты выиграешь. А то хорошо? Поняла? Мою, которую складываю. Саша, не подсказывай. Вы должны. Я забыла сфоткать. Так. А можно нам будет, когда будет у нас Софа вытаскивать, сделать это Так. Вот у нас есть. Давай, эту копилочку сюда. Которая у нас находится в культуре. Все, да, сфотографировали? Да. Не сфоткала? Ну, это точно? Да. А что там, какой номер был? 0-0. И все, да? Ну, я запомнила, как я искала. Да? Как я искала, это не считается. Так, ну что, под ваши, конечно же, бурные аплодисменты я открываю эту замечательную коробочку. Так. Закрывай глазки, Софа. Давай. Закрывай глазки и доставай любую. Вот прям помешай там, помешай. Помешай. И любую одну должна достать. Доставай. Оп, стоп. Молодец. Аплодисменты с вами. Молодец. Так, купюра с номиналом 2301-6696. Вот, это уже не твоя. Анастасия у нас становится обладателем кухонного тортика. Друзья, ну а вы, конечно, все можете угощаться этим вкусным тортиком, но вот это вот, Лиза, вот туда, в казну к нашим молодым. И папа нашей невесты, это Василий Владимирович. Дорогие родители, я бы хотел предоставить вам слово, чтобы вы поздравили наших молодых своих детей. Дорогие наши, Ариночка и Антон. Поздравляю вас с этим радостным, самым замечательным днем вашей жизни. Я думаю, вы волнуетесь так же, как и мы, потому что это впервые в жизни с вами происходит. И я хочу, чтобы это было, конечно, один единственный раз. И чтобы вы запомнили этот день, как мы вместе с вами волновались, как мы готовились. Дорогие мои, Алина и Антон, будьте счастливы. Будьте всегда друг другу верны. Будьте всегда... Идите всегда навстречу друг другу. И если у вас какие-то есть проблемы, вы разговаривайте между собой, общайтесь. Потому что все мысли, все слова, они всегда должны сбываться. Я хочу, чтобы вы были счастливы. А мы для этого, ваши родные, Василий Владимирович и Юля, мы для вас все сделаем, чтобы вы были счастливы. Если у вас будет какая-то проблема, вы всегда нам говорите, и мы всегда во всем вас поддержим и поможем. Нам это счастье вам поможет. Давайте сильно нечем, мы, в принципе, также желаем вам счастья, благополучия, долгой жизни, детей много. Как учителю добавить нечего. Я думаю, что счастье вам и любовь.
Давай, давай. Папа волнуется. Да. Папа волнуется. Целоваться хочется. Счастья тебе. Спасибо. Ура! Уважаемые гости, и на ваших глазах
родился семейный очаг наших молодоженов. Давайте поздравим их с этим. Спасибо всем, что пришли, всем, кто приехал, просто пришел посмотреть на нашу свадьбу, поддержать нас, поздравить. Огромное спасибо хочу сказать ведущему, музыканту, которые нас развлекали, помогли нам этот вечер сделать незабываемым. Очень большое спасибо хочу сказать родителям Алины, что они вырастили ее такой, что они всегда за меня были. Хочу сказать спасибо своей маме, которая прилетела за 5000 километров, чтобы посмотреть и порадоваться. И поздравить меня и Алину. Всем спасибо. И огромное спасибо хочу сказать Насте, которая помогла нам это все организовать. Без нее мы бы не справились. Будьте счастливы, самое главное. Спасибо. И еще хотим спасибо сказать фотографу, который с самого утра с нами был. И до сих пор. Я, наверное, не хочет уходить от нас. Всем спасибо большое. Спасибо моим родителям, что они вырастили меня такой, какой я есть. Что, несмотря на то, что я где-то ошибалась, они меня всегда поддерживали, всегда направляли на правильный путь, всегда меня понимали. Да, мы иногда ругались, но мы побесимся, потом миримся, потому что мы же семья, мы не можем же долго обижаться друг на друга. Приедем, там чай попьем, поговорим и все устаканится. Также я хочу сказать огромное спасибо моей сестре Анастасии Васильевне за то, что она организовала такой замечательный праздник для нас, потратила все свои силы, все свое время, нервы, психи, я не знаю, как еще сказать. Это точно! Если бы не Настя, наверное, не такой бы праздник был очень веселый. Так что спасибо тебе огромное. Также я хочу сказать огромное спасибо всем моим друзьям, подружкам, друзьям, просто друзьям, которые тоже приехали издалека, с которыми я общаюсь очень-очень долго, и они наш такой вот замечательный день с нами. Хочу сказать огромное спасибо тете Юлии, которая вырастила такого замечательного сына, который тоже прилетел за 5000 километров для того, чтобы побыть со мной, с моей семьей, да и вообще вместе с нами. Просто спасибо за то, что мы все есть.
сказать еще раз нашим молодым. Ну что, в принципе, пришел тот момент, когда нам нужно будет с вами прощаться, и я чисто от себя, от души, хотел бы сказать вам, всем гостям, которые здесь присутствовали, спасибо вам огромное за этот прекрасный вечер, вы огромные молодцы, вас было очень мало, но все прошло просто на высшем уровне. Вы дружные, дружная семья, огромные молодцы, вам прям низкий поклон, спасибо вам. Вам я хочу пожелать всего самого наилучшего. Идите вдвоем всегда, прислушивайтесь друг к другу, любите друг друга. Что бы ни случилось, ссоры, скандалы, это все будет, не без этого. Но просто всегда идите на компромисс друг с другом. Чтобы у вас побыстрее были детки. Чтобы то, что вот вы себе пожелали, что вот сегодня вот вам тут все пожелали, чтобы оно обязательно сбылось. Всем вам счастья, всем вам здоровья, всего-всего самого наилучшего. Я хочу поблагодарить обслуживающий персонал и ресторан «Викторию» за этот прекрасный вечер. Аплодисменты, друзья. Фотографу нашего замечательного Альфа отдельные аплодисменты. Музыкант Николай Гурин. Ну и, конечно же, я, ведущий вашего мероприятия, Саргарян Влад. Спасибо вам огромное за этот вечер. А мы с вами прощаемся. Друг от друга. Саша, вставай сюда, Саш. Все, как будто не выходит. Да. Ну что, встречаем наших молодых под бурные аплодисменты. Знаете, уже не буду никого напрягать. Сама сниму с вами прощальное видео. Саня пришла. Привет, Санечка. Алина посуду несет. Антисептик или перекись? Кто поранился? Я разорвала. Я не удивлена. Ну это Сережка, просто они крупные вот здесь. Покажи. Пошли. Ну Сережка разобрала просто. Все какая тоже хочу сказать. Я хотела показать. Вон, видите, ой, Батина бендюшки, вся молодежь туда ушла. Вот, унесли туда все. Ну что же пойдем? Ну прям вообще я выспалась, 3 часа спала днем. Вы тоже туда пойдете? Да, мы там уже сидим. Вот еще. Я старая. Я, значит, там не сижу? А, ну потому что я старая, все. Нет, мы тебя ждем тоже. Не, я не могу. Мы все ждем, мы помолчим. Я не пойду. Знаешь, кто пойдет? Я останусь, там Матвейка, Софийка будут спать. А я буду сидеть тихонько караулить и видео делать. Время у нас, наверное, уже 10 час. Мы по традиции забрали все, что не доели. Ну, такое хорошее. Шашлык, там мяса много, люля-кебаб, вот такое, что ну, можно забрать. Да, давай я. Тарелки взяли, траву. Они будут траву. И за колонки. Еще чашки не заколонки. Вон там, их видно. Мама, холодильник не закрывает, чашек. Сейчас я все сделаю. Сейчас. Нет, это место освобождаю. Это просто, видишь, молоко вот так стоит, видишь? Я сейчас все поставлю. Я могу выбить или котам отдать.
Я не могу. Сейчас я все сделаю. О, видишь, все пока убрал и все поставил спокойно. Так, ну все, давай, Санечка. Всем пока-пока. Ну все, сказала, пока, иди. Хотела сказать. Там была и хозяйка, потом уже в конце пришла. Не, ну а может быть даже она все время там была. И вот все сказали, да, Василий Владимирович, они сказали, что вас было очень мало, но было очень весело. И хозяйка сказала, говорит, ну раз бывает, что из 60 человек и не бывает так весело. Вот. Ну, короче, мы так благодарны именно Саше, потому что он вот ты полностью эту свадьбу сделал он. Это можно так сказать. Да. Да. Мальчишека совсем же не было. И вот то, что Саша, он заменил, не знаю, там, наверное, штук 10 мальчишек. Вот. Спасибо всем девчонкам. Молодцы, молодцы. Прям хорошо. Все хорошо прошло. Спасибо. Спасибо вам за поздравления, что ждете наше видео. Ну, я, конечно, буду сейчас сидеть и буду делать, чтобы... Ну, хотела я сделать попозже, но думала-думала. Потом выложила, которое сохраняла до последнего. Потому что время у нас было, дети уехали, а я дома осталась. В общем, все. Еще раз всем спасибо. Всем пока.